он, этот подранка, я за ним сразу побежал. Один убитый здесь. Нашел, Владик, назад! Вон они, смотри! Рюкзак вон там, по-моему. Так бы гуси налетели, ай-яй-яй, была бы красота. Ну что, на сегодня уже, кажется, все. Пролет прошел. Оно обычно может тянуться до 11. Но сейчас только 9:30, и уже все вообще. Никто не летит. Там одиночки иногда там кое-где-то что-то как-то пытаются пролететь. Птицы стало меньше, уже, видать, на юг улетают, в Англию, в Европу. Туда. Ну ничего, сегодня две штучки есть. Не зря съездили. Вот такие тут у нас сточные дренажные канавы. С полей воду собирают и выводятся в океан. Что самое интересное, в эти канавы они бывают пошире, и особенно которые, так сказать, в дельте, которые возле океана, туда лосось заходит, не рестится. Так что еще в таких каналах даже лосось водится. Вот так вот к 12 погода будет стихать, по прогнозу погоды. Так что будем собираться потихоньку. Едем домой.